Герой программы «Профиль» Раиса Решетникова, директор объединенной редакции газет «Ханты Ясанг» и «Луима Серепас». Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов России и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Почетный член общественной организации качественных средств массовой информации «Российский союз прессы». Член секретариата Российской ассоциации финно-угорских журналистов. Член-корреспондент Российской академии естественных наук по отделению этнографии и межнациональных отношений. За годы ее руководства редакцией установлены тесные связи с Российской ассоциацией финно-угорских журналистов. Решетникова – участник этнографических экспедиций и ответственный редактор сборника «Встреча родов Ханты». Является автором проектов детских творческих конкурсов. Ну, вы уже 16 лет возглавляете сразу две газеты. Вот как это все начиналось и насколько вам сложно было? Потому что все-таки вы уже были состоявшимся педагогом и уже посвятили себя вот этому. Насколько сложно было, скажем так, начинать немножко с нуля в таком новом для вас поле деятельности? Я пришла с науки. Наверное, все то, что вот сейчас мы делаем с нашими сотрудниками, это тоже есть, наверное, плод труда в науке. Во-первых, у нас научно-практические конференции появились, семинары, круглые столы. И мы еще стали издавать сборники. Вот очень скажу, что дружны мы с финно-угорскими изданиями, потому что у них достаточно много изданий выходит. И вот мы тоже вот хотим наравне с ними вот идти. Вот у нас детские газеты, проекты вот были. «Солнышко», потом у нас журнал «Хатлы», вот сейчас мы тоже выпускаем его. Вот, конечно, мне трудно было, во-первых, это нужно было быстро писать статьи, их тут же отредактировать, подобрать фотографии. То есть этому я действительно в редакции тоже училась. Но я думаю, что у нас коллектив очень такой творческий. Они мне тоже помогали. И вот за это, в этом плане я, конечно, тоже вот выросла. Вот замечательный такой международный проект был, когда к нам обратились перевести стихи Высоцкого Владимира. Вот в таком проекте я участвовала. Ну, конечно, мне не пришлось там много стихотворений, но одно стихотворение «Братские могилы» я вот переводила. И недавно я передачу смотрела, и как раз про это говорили, и я думаю, вот как хорошо. Ну и вот Архангельский там у нас музей тоже обратился, и я перевела стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение». То есть на все языки наших народов вот переведены были. То есть вот такие проекты тоже. Ну вот деятельность переводчика меня лично всегда очень привлекала в том смысле, что ведь переводчик — это не только носитель языка, он еще и должен обладать писательским талантом или поэтическим талантом, если в случае с поэзией. Вот вы сами не думали о своем каком-то издании? Может быть, когда-нибудь? Есть у меня такая задумка, но вот пока я не села, не написала. О чем это будет, если будет эта книга? Это, я думаю, что все-таки вот когда наши бабушки там или наши знакомые когда-то они там жили, вот они рассказывали, вот мне хочется оттуда пойти и прийти к современности. То есть это будет все-таки какой-то исторический такой труд? Да, вот такого плана, да. А вот как сейчас, по-вашему, выжить газете в эпоху интернета, и когда действительно просто засели различных электронных СМИ, как печатному изданию выжить? Ну, печатное издание, вот мы сейчас работаем над тем, чтобы, допустим, могли подписываться наши читатели, читали в электронном виде. Конечно, наши читатели, наверное, не привыкли к этому. И вот когда мы стали обзванивать, можете ли вы подписаться, допустим, чтобы вы получали по электронной почте? Он говорит, ну, задумывается, что им хочется все-таки получать в печатном варианте. Я мало тоже получаю наши газеты. Вот я корреспонденты, которые работают с нашими коренными жителями, они, оказывается, вывозят нашу газету, показывают. И там есть у нас такая страничка, где мы
наших соседях пишем. Пишем и про Свердловскую область, потому что там манси у нас живут, которые сохранили язык, культуру, там очень много таких интересных моментов. И вот на Ямале же тоже живут ханты, ненцы и другие народы селькупы. Мы стараемся все это освещать. А я думаю, что еще есть социальные сети, где мы тоже стали выставлять нашу газету. И мои уже сотрудники говорят, что там тоже много людей стало заходить вот через эти сети. Я думаю, что это тоже время будущего, и мы к этому идем. Кто только не держал до меня в руках вот эти первые подшивки первых выпусков «Хантыйской газеты». И это неудивительно. «Ленин Пант Хубат», что означает «по ленинскому пути», вышла в свет 1 ноября 1957 года. К слову, моей маме было 4 года, а «Ленинский путь» был, конечно, самым верным из всех возможных на тот момент. Позднее газету переименовали в «Ханты Ясен», что означает «хантыйское слово». И это абсолютно соответствует действительности, потому что это первая и единственная газета на родном языке коренных жителей Югры. Ну и вообще, это очень приятно держать в руках газету с более чем 60-летней историей. Вообще газета в своем роде уникальна, потому что вы, наверное, до сих пор сохранили такой хороший опыт еще советских газет, когда в газету в основном пишут люди, так называемые внештатные корреспонденты, люди из разных, из самых разных мест Югры, которые вот просто на вольных, так сказать, началах, да, добровольно пишут свои материалы в газету. Я знаю, что вы даже вот издали такую книгу, где, собственно говоря, все ваши авторы, все редакторы, да, собраны. Это вот история, по сути, издания за 60 да, лет? Да, да. Ну, эта задумка у нас была давно. Мы самую первую такую книгу выпустили, когда нам исполнилось 50 лет газете «Хантыйясен». И мы как бы задумку, там сразу мы на хантыйском и русском. Есть у нас такие работы, где в основном там на родных языках. Но мы теперь должны знакомить с нашими вот даже внештатными авторами, наверное, и на русском языке, потому что читают-то все. Это, я думаю, это кладезь, потому что здесь и внештатные корреспонденты, они и мастера, и фольклористы, и которые хорошо историю знают, допустим, своей местности, своих районов. И вот я думаю, что вот сейчас мы когда поедем, у нас вот есть возможность выехать по проекту «Юный корреспондент», мы обязательно везде проведем презентации и те работы, которые были написаны, авторам подарим. Как вам удается привлекать такое количество людей, которые пишут, которые что-то находят, какие-то собственные темы, и постоянно вот вам пополняют ваш запас авторов? Ну, мои творческие сотрудники, у каждого есть внештатные корреспонденты, и они вот из года в год с ними работают. И более такие интересные работы появляются. Даже мы туда привлекаем школьников, то есть учащиеся тоже активно участвуют. Вот если мы детский журнал делаем, мы пишем, допустим, что у нас детский журнал готовится, и вот такая-то тема будет. И они с удовольствием отправляют фотографии, пишут. Я думаю, что вот в детских изданиях они больше читают. Но эти же, такие же материалы, допустим, могут проходить в наших газетах и «Луи Мазарипас», и «Хантыйясен». Я думаю, что кто... Это же нет у нас гонорарного фонда. Люди пишут, это их инициатива. Потому что они хотят творить. Да, да, творить. И вот какие-то мероприятия. Мы же не везде можем побывать. И вот если мы переписываем сейчас же интернет, электронная почта, они нам отправляют интересные такие заметочки. И мы это все стараемся публиковать. Первое, что она сделала, когда пришла в редакцию, она сразу акцентировала нас, журналистов, на детей, чтобы мы обратили внимание на детей. Потому что это действительно наше будущее, будущее нашей национальной журналистики. И поэтому она нас всегда заставляет работать над проектами, направленных на детей.
Вот один из проектов в 2005 году был «Салют Победы», когда мы праздновали 60-летие Победы. Дети писали рассказы о дедушках-фронтовиках, о бабушках-труженицах тыла. И многие работы детей вошли в книгу, изданную уже в 2015 году. Составителем была как раз я. Очень приятно, что вот здесь наравне со взрослыми были произведения детей. И еще немного истории. Первым редактором и инициатором издания на родном языке стал хантейский писатель и фронтовик Григорий Лазарев. Особое место в редакции газеты, в развитии издания занимает и легендарная югорчанка Мария Волдина. О своих предшественниках всегда с гордостью рассказывает моя героиня Раиса Решетникова. К слову, неизменный главный редактор Луи Масерипас и Ханты Ясен на протяжении вот уже 16 лет. Я не могу не спросить, Раиса Германовна, вот по поводу вашего такого невероятного какого-то трудолюбия, которым вы еще и всех своих коллег заряжаете. А вот откуда оно вообще берется? Как вы вот эту энергию генерируете? Потому что я знаю, что вы даже вот все ваши проекты, спецпроекты, будем их так называть, да, вот все эти книги, журналы, дополнительные издания, которые делает редакция, вы их буквально иногда там ночами пишете, верстаете. Как семья это воспринимает ваша? А мне кажется, моя семья уже привыкла. Потому что когда я даже в институте работала, очень часто выезжали, тогда у нас много-много полевых таких. А эта работа журналиста, это тоже, если ты на месте сидишь, ничего не напишешь. Это выездная такая работа. Я думаю, что, наверное, это поддержка моей семьи тоже накладывает вот эти всякие мои творческие идеи. Спасибо вам огромное за это интервью.